Привет! Добро пожаловать на сеанс глубокого и спокойного сна. Прежде чем мы начнем, займи удобное положение в своей кровати. Поправь подушку и обязательно отключи автовоспроизведение, чтобы следующее видео не смогло тебя потревожить. Очень хорошо. Займи максимально удобную для тебя позу. Пусть тебе будет максимально удобно. Займите ту позу, в которой засыпать вам максимально комфортно. Во время всего сеанса ваша поза может меняться. В этом нет ничего страшного. Я гарантирую, что уже очень скоро ваше подсознание отправится в мир сна. Ваше сознание отправится в мир сна. Ваше тело расслабиться и погрузиться в мир сна. Самое главное, ничего не делайте специально. Не ждите каких-то специальных ощущений. Просто следуйте за моим голосом. Следуйте за своим дыханием. За дыханием глубоким, за дыханием ровным, глубоким, спокойным. Очень хорошо. Глубоко вдохните и медленно выдохните. Вдох. И медленный выдох. Очень хорошо. Делайте медленные, спокойные вдохи и медленные, спокойные выдохи. Просто почувствуйте, как ваше дыхание расслабляет вас. Ничего не надо делать, просто дышите. Просто дрейфуйте вместе со своим дыханием в мир расслабления, в мир сна. Просто ощутите приятную сонливость. Просто ощущай, как постепенно, очень медленно ты становишься более сонным, более расслабленным. Очень хорошо. Ровный, глубокий вдох. Медленный, глубокий выдох. Сейчас сделайте максимально глубокий вдох и задержите дыхание. И медленный, спокойный выдох. Очень-очень медленно. Расслабляйтесь вместе с этим выдохом. Теперь сделайте ровный, глубокий, долгий вдох, наполнив все свои легкие. Максимальный глубокий вдох. Задержали дыхание. И выдох. Расслабляйтесь
вместе с этим выдохом. Угу. А теперь начинайте дышать. Естественно, без специальных усилий. В том темпе, в котором вам максимально удобно. Чувствуйте, как ваше дыхание становится спокойным, медленным, легким. Позвольте вашему телу расслабиться. Почувствуйте, как расслабляются ваши плечи. Как расслабляются ваши ноги. И они начинают чувствовать себя очень тяжелыми. Ощутите, какие тяжелые плечи. Какие тяжелые ноги. Насколько тяжелое все ваше тело. Угу. Очень хорошо. Почувствуйте приятное тепло в своих руках, которое становится все теплее. Возможно, ощущается тепло в ваших ногах, бедрах, либо в районе солнечного сплетения. Почувствуйте, насколько тяжелое все ваше тело, насколько тяжелые веки, веки тяжелые и неподъемные. Перенеси все внимание на свои веки. И заметь, что чем сильнее пытаешься тянуть их вверх, тем больше расслабления, тем глубже ты расслабляешься и погружаешься в мир сна. Угу. Очень хорошо. А сейчас обрати внимание на ощущение прохлады во лбу. Приятную прохладу. Расслабление со лба. Опусти по всему своему лицу. Угу. Пусть расслабление, приятная прохлада спускается через шею, через туловище, постепенно выходит через кончики пальцев рук и ног. Просто почувствуйте, как с каждым выдохом напряжение покидает ваше тело через кончики пальцев рук и ног. Угу. Очень хорошо. Позвольте себе просто расслабиться. Не надо специально что-то делать, думать. Просто дрейфуйте. Пусть все идет так, как идет. Угу. Ваше тело тяжелое, расслаблено. Словно вы опускаетесь вниз, становясь более тяжелым, словно проваливаясь вглубь своей кровати, вниз, все глубже, глубже и глубже. Угу. Очень хорошо.
все ближе и ближе ко сну. Глубокий покой, расслабление. Сейчас сосредоточьте свое внимание на числах. Сделайте приятный вдох. Один и выдох. Два. Вдох. Три. Выдох. Четыре. Пять. Вдох. Шесть. Выдох. Продолжайте сами считать дальше, сосредотачивая внимание только на числах. Не важно, что я говорю, как я говорю, вы продолжаете считать с каждым последующим числом, расслабляясь. Очень хорошо. Позволяйте моим словам проходить через ваш ум. Одновременно не сосредотачивайтесь на них. Просто следуйте за цифрами. С каждым вдохом, с каждым выдохом. Если вы сбились, начните с одного и считайте дальше. Дрейфуйте, расслабляйтесь, погружаясь в сон все глубже, глубже и глубже. Ваши мысли дрейфуют, но возвращаются к цифрам. Вернитесь к цифрам. Продолжайте считать, потому что ты уже устал. Чувствуешь себя очень сонным. Трудно сосредоточиться на числах. Ты продолжаешь считать, засыпая с каждым последующим числом. Возвращайтесь к счету и продолжайте считать. Ваш разум, мысли расслаблены, сонные. Просто пора отдохнуть. Заметьте, что вы уже не в состоянии сосредотачиваться на числах. Числа меняются, смешиваются вместе, теряется счет. Ощутите приятную сонливость, которая мешает считать дальше. Начните считать снова с одного, считая с каждым вдохом и выдохом. Один, два, три, четыре, пять. Продолжайте считать. Продолжайте дрейфовать в мир сна, в мир расслабления, в мир спокойствия. Теперь можно просто расслабиться. Не нужно считать или сосредотачиваться. Просто позвольте сну окутать вас, словно приятное, тяжелое одеяло окутывает вас.
Очень хорошо. Позволяйте своему разуму погрузиться в сон. Позволяйте своему сознанию, подсознанию погружаться в сон. Каждый раз, когда вы замечаете, что все еще не спите, представьте красивое, радостное место, с которым у тебя есть хорошая ассоциация. Очень хорошо. Просто перенесись туда. Оставайся там. Погружай в сон. Спать. Приятно. Спокойно. Очень хорошо. Просто отдыхай. Тихо погружайся в комфорт, в сон, в расслабление. Больше нет слов, на которых надо сосредотачиваться. Только спокойствие, тишина и покой. Наслаждайтесь отдыхом, спокойствием прямо сейчас. И позвольте себе погрузиться в приятный, глубокий,